Спортивные автомобили стоят гораздо дороже. 184 лошадиных силы и всего 500 килограммов снаряженной массы. Просто мечта поэта, мечта любого гонщика, грезящего скоростью.
Ну, конечно, гражданский автомобиль. Если развиваться, развивать свои гоночные навыки и расти в плане состязаний. Номер это Porsche. А до этого, заслуг для этого, преодолели не сам прибор, за 1 минуту 58 минут, вот так вот. Все, если у меня голова кружится, то я представляю, что творится сейчас команда. Все волнуются, переживают, работают, как говорится, на износ. Именно ради этого они за сотни, за тысячи километров некоторые. Наш «Мерседес» едет 40 секунды, время 25-го экипажа. 3,3 секунды уступает 25-й экипаж «Мерседесу». Вот это уже интересно. Вот это уже настраивает на оптимистический лад. Вот это уже
это автомобиль Porsche Cayman GT4 Club Sport на нашей трассе. 4 пилота международного экипажа Мурат Султан, Марк Майкл. Экипаж Porsche. А пока смотрим подобрался к лидеру заезда наш Мерседес, и вот сейчас на третьей позиции на миджете под номером 17. Тут же появляется с небольшим, но все-таки отставанием экипаж под номером 93. Лидер уже на 110-м круге. Друзья мои, 110-й круг для двух лидеров гонки. Но
у Мерседеса на круге, на предыдущем, 1 минута 26,7. Порше 1 минута 29,8. Вы знаете, спортсмены у нас люди суеверные, как и хоккеисты, которые каждый раз на лед выходят то с левой, то с правой ноги. У них за счет идет все. Всего 5-15. Он находится на 70-й стопе. Вы представляете? Вы представляете? Экипаж команды Digital Racing Team. Команда экипажа под номером 79. Команда, имя которой Digital Racing Team. А теперь в самую пору начинается обратный отсчет. 6, 5, 4, 3, 2, 1. И потрясающие болельщики, которые сейчас еще присутствуют на нашей трибуне. Стойкие вы наши, непотопляемые. А сейчас мы начинаем подготовку к концу. Занимаются представители команды победительницы. Это действительно потрясающее событие. Это потрясающий результат. Ребята, мы поздравляем вас. Это было здорово. Это было красиво. Команда 25-го экипажа поработали сегодня на славу. Сражение вели от начала до финиша гонки. Просто красавцы. Бойцы. Настоящие бойцы. И, пожалуйста, третий результат в этом серьезнейшем противостоянии показывает Митчев под номером 17. Борис Шумитин. Павел Слянкавичев сейчас заслуживает самых серьезных аплодисментов. Это было здорово. Это было круто. Достойно и зрелищно. Дорогие друзья, ребятушки, уважаемые пилоты, уважаемые представители руководителей команд, мы ждем вас здесь в зоне награждения возле нашего наградного подиума.
впечатлениями, ощущениями еще успеете поделиться. Поэтому поднимайтесь сейчас сюда. Мы будем сейчас проводить церемонию чествования и награждения лучших из лучших, самых стойких, самых выносливых. Дамы и господа, еще разочек давайте все вместе поаплодируем нашим героям. Настоящие бойцы! Мастера высочайшего класса, принесли стойкость и мужество и супер выносливость. Ребята, ждем вас здесь во втором этаже в зоне наградного подиума. Поторопитесь, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, уважаемые болельщики, представители команд, последний лоск сейчас на результаты, как говорится, последние штрихи, какие-то шероховатости в результатах по итогам гонки подводит судейское коллегия, и мы практически на 100% готовы к началу торжественной церемонии награждения. Поэтому готовимся во всеоружие. Я смотрю, настроение шикарное, и я думаю, что эти 4 часа это как легкая разминка перед длительным забегом. Поэтому еще разочек разрешите поздравить всех с окончанием этого фантастического мероприятия. Осталось только поставить красивый восклицательный знак в виде церемонии награждения. Пока отдохните, голову можно пока опустить. Я объявлю когда-нибудь, а то сейчас устанете еще, шеи затекут опять же, плечи там занемеют. Готовимся. Сейчас они там с нетерпением бьют копытом, уже готовятся выскакивать на пьедестал почета. Судьи работают. Последние штришки, сотые секунды, результаты, замечания, какие-то штрафные санкции. Когда все будет подсчитано и подведено под единый результат, под единую планочку, тогда мы и начнем улыбаться, радоваться вместе с нашим Казань-Ринг-Каньон. Мы начинаем торжественную церемонию награждения и чествования призеров и победителей наших соревнований. И начинаем эту процедуру с представителей класса Mazda, где у нас победителем по результатам мужественной борьбы на трассе от начала и до конца стал экипаж под номером 84 в составе Филипп Туфанасов, Андрей Емельев, Игорь Удалов и Евгений Исаева. Первое место в классе, экипаж под номером 84. Награждение проводит руководитель проекта ТТЭК Михаил Брыкин. ТТЭК, партнер соревнования, официальный поставщик гоночного топлива ТТЭК. Внимание, и вот он, кубок команде, которая вынесла все, вытерпела все от старта до финиша. Ребятушки, вы просто красавцы, все вместе дружно, аплодисменты! Вот они, 4 рюмочки, 4 красивых, блестящих, ярких рюмочки в руках у счастливых представителей этого замечательного экипажа. Экипажа номер 84. Вот она память, сейчас, конечно же, это самое главное. Сюда, пожалуйста. Можно, не двигайся. Нет. Да. Дамы и господа, класс Midget. Награждение проводит основатель, инициатор этого замечательного проекта ТК Racing Михаил Даев. Партнер, официальный партнер наших соревнований, нашей серии. Итак, дамы и господа, встречайте. Ну что, кто у нас? Третье место. Экипаж под номером
5. Экипаж в составе Тарук Атоев. Олег Васильевич Тарук, Владимир Владимирович Атоев. На третьей ступени пьедестала почета команда Леонакс Рейсинг. Михаил, пожалуйста, вам в руки вот это все. Крепкие рукопожатия и самые наилучшие пожелания. Второе место, экипаж под номером 33. В составе Немкин Лукашевич. Дамы и господа, 33-й экипаж. Пикачи Антон Немкин Иван Лукашевич. И экипаж-победитель в зачете Миджи. Экипаж под номером 17. Встречайте. Миджи Сириус Раша, Борис Шумейстер, Павелос Янкевич. И наши поздравления победителям. Давайте, давайте, еще разочек. И поаплодируем нашим героям. Вчера они первые были. Ребята, спасибо, спасибо большое. Самые наилучшие пожелания от болельщиков, от организаторов, ну и, конечно же, от представителей команд. Место в этом зачете завоевал экипаж команды RacePro в составе Мурат Султанов, Марк Валенвайн, Станислав Минский, Клаус Бахлер. Встречайте! Итак, Михаил Дай сейчас вручает вот эти кубки за второй результат. Они сражались, они действительно бились как львы. Поэтому еще разочек искупаем в аплодисментах экипаж этой замечательной боевой машины. И на вершину перестала почета. Под наши аплодисменты поднимается экипаж команды Capital Racing Team в составе Борис Абрамов, Денис Ременяка, Андрей Агафонов, Алексей Васильев! Итак, Михаил Дай сейчас награждает команду-победительницу в классе GT. Это действительно было потрясающее зрелище, красивая гонка, насыщенная неповторимыми событиями. Ребята, просто красавцы, работали, работали как настоящие часы, боевой механизм. И за победу в абсолюте мы награждаем этот боевой экипаж, Игорь Васильевич Ермилин. Ну что? Руководитель, вдохновитель, основатель нашей серии Игорь Васильевич Ермилин вручает команде-победительнице в абсолютном зачете этот кубок красавец. Ты-ты-ты-ты! Все вместе дружно! Поздравляем! 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 Молодцы! Но это еще не все, товарищи, уважаемые зрители, уважаемые болельщики, на этой неделе на трассе Казань-Рин-Каньон был побит рекорд скорости с шикарным супер вне временем. 1:22.02 на круге. Рекорд трассы установил наш именинник Денис Ременяка, который Казань-Рин-Каньон. Адель Мулахметов вручает вот это свидетельство в рамочке и вот этот наградной кубок, вот эта красивая планшетка, которая отправляется, ну я считаю, просто в домашний музей нашего именинника. Денис, еще раз от всей души, с днем варенья! С днем варенья, счастья, любви, здоровья и творческих успехов! Ну а теперь начинается братание, обнимание, целование
и исторические фотоснимки на память. Всем спасибо! Всем свобод! Мы обязательно с вами встретимся еще не раз. И поэтому мы не прощаемся. Мы просто говорим до свидания! Пойдем, пока пусть не парится. Нормально?